Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA сети, и ты станешь богат, мой друг. Всем привет. Где все? Люди, вы тут? Так, вот потихоньку все присоединяются. Ну, здесь пересвет какой-то. Привет. Очень жалко, что такое плохое качество. Закройте глазки, пожалуйста. Открываем глазки. Друзья, сегодня у нас модель Настя. Настя, расскажите, кому бы вы хотели... Нет, во-первых, начнем с того, что расскажите, как впечатление. Супер. Все? Если так коротко? Очень нравится. А о чем вы подумали, когда посмотрели в зеркало? Друзья, Арцевик, заходите, мы в прямом эфире Перископ. Наши гости талантливые. Арцевика, вас поете что-нибудь? Вот прямо сейчас можешь резко нет, спеть? Нет, я вообще не знаю. А, видишь, у нас сегодня ламурная кожа, сияние. Спасибо. Хочешь такой смокер, Арцевик? Так, как ты делаешь, никто не делает, поэтому мне все равно, хоть из меня где она нарисована. Арцевик, если она в прямом эфире, вы заявление? Вот видите, какие приятные, неожиданные гости. А 14 такая красивая. А, я? Да. У меня же почти помолвлена. Вот так, кстати, да. Спасибо. Кстати, поздравлялки еще раз. Спасибо большое, спасибо. 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 Друзья, вот Настя, можете рассмотреть ее со всех сторон. Смотрите, пожалуйста, как у нас сияет кожа. Это мы все подсветили. Это я использовала кремовый хайлайтер-скульптор от Tom Ford номер 02. И для коррекции лица тоже Tom Ford. Хорошо, Артвик, до встречи. Я буду ждать. Закрыли глазки. Давай со всех сторон повернемся. Все это показали, со другой. Ага. Сегодня у нас сияющая кожа. Ага. Друзья, как вам тональный крем Make Up Forever Lift? Вот, вот это вот такие вот продукты мы использовали для данного образа. Настя, о чем вы подумали, когда посмотрели в зеркало? О боже, это я. Настя, а кому бы вы хотели передать привет? Всем, 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 кого я знаю, кто знает меня, всем привет. Спасибо большое, кто поздравляет. Все пишут в комментариях, что вы очень красивые, ставят вам сердечки. Спасибо большое. Друзья... Это благодаря Гуар все. Мечты спасибо. Реализуются. Вот что вам сегодня. Слушай, ну ладно, сейчас. Ну попросили сами, сейчас мы вместе с моделью, мы вам возьмем дрова. Ой, ой, пересвет. Вот такой вот пересвет, друзья. Что вы хотите? Инста, скажите. Инс кого? А, твой расскажи, как это записано. Не скажешь? Не скажи, не скажи, не скажи. Так, друзья, а вот так кипит работа. Вы кому-нибудь хотите передать привет? Казахстан. Казахстан? Друзья, Казахстан всегда здесь. Вот, работаем. Здравствуйте. Здравствуйте. И все, и пошел дальше. Друзья, вот, вот все наши. Как Казахстан сразу, все наши. Так. А вы хотите кому-нибудь передать привет? Сейчас нет, да? Попозже. Когда мне уберут осыпавшиеся сети. Друзья, я обожаю, когда она говорит спасибо. Скажи, пожалуйста, спасибо. Очень спасибо. Обожаю. Помнишь, мы договорились, я запишу на видео. Так, важно опять скрылась. Тут работа кипит. Все наши здесь. О-о-о, розочки. Тут не хухры-мухры, друзья. Так, тут внимательно, знаете, отвлекается. Я думаю, как долго продержится, но ненадолго. Друзья, Дагестан с нами. Потянула века. Пятигорск? Поставила. Ессентуки, Краснодар. Армавир. Ну, почти отгадала. Поставила.
рассказать, что ты говорила сегодня на занятии? Так. Видите, как у меня работают девочки сегодня? Неожиданно, да? Все, я ухожу. Друзья, идет съемка, поэтому выпрямите спины, пожалуйста. И все такие, о, сразу потянулись все. Вот тоже. Солнышко, ты хочешь кому-нибудь передать привет? Передаю привет своей маме. Ага. Своим коллегам. Ахмаралке привет, пожалуйста, Гуар, скажите. Ахмарал, привет. Ахмарал, привет. Еще что? И поздравляю всех с наступающим Новым годом. Угу. А Батырову привет передадим? Кому? Нурлану Батырову. Да, точно. Батыров, привет. Батыров, привет. Ой, все. Ой, все. Смотрите, какая осанка. Какая улыбка. Будущая героиня индийских фильмов. Скажите, пожалуйста, кого вы такая красивая? Что еще раз? Кого вы такая красивая? Папочку. Что еще раз? Что? Что? Не расслышал. Повторите, какая я? Папу. Так. Поехали дальше. Смотрите, вот правда жизни. Фотографируемся. Так. Кому-нибудь хотите передать привет? Ладно, пока нет. Пока я не... Ого! Рыжеволосые с синим смоки, это убийственно красиво. А вы хотите передать привет? Передаю привет всем. Всем. Всей молодец. России. Впервые Дагестан передает привет всей России. Обычно только 05-му региону. Исторический момент. Друзья, опять Дагестан. Здравствуйте. Здравствуйте. Это та девушка, которую мы выдаем замуж. Да. Номер телефона 8-926-666-6636. Так, так, так. Я успею сбежать. И в заключение, скажите, что вы хотели бы, давай вот так вот напротив света, посоветовать всем, подальше, хорошо, пожелать всем, кто вас сейчас смотрит. Пожелать всем. Приходите все сюда. Здесь царит аура. Врет или нет? Нет, не врет. Она никогда не врет. И. Вот. И все отсюда уйдут удачными, если до этого они таковыми не были. Смешно, да, самой себе, Виктор, кстати? Внимание.